Здравствуйте, друзья! С вами Сергей Шургунов. И сегодня у нас в гостях писатель Михаил Веллер. К Михаилу Иосифовичу накопилось огромное количество вопросов у читателей. Да, у разных инстанций. Да, у всех на свете. И в частности у читателей сайта «Свободная пресса». 600 с лишним вопросов я насчитал. И, конечно, мы все-таки ограничены временем на этой земле, поэтому все вопросы задать просто физически невозможно. Тем не менее, кое-какие удалось отобрать, и хорошая я пачка. Постараюсь их задать и, может быть, что-то даже объединить и сформулировать как один вопрос, а не три, например. Я уже напрягся. Здравствуйте, Михаил Ильич. Здравствуйте. Ну что, я прямо и начну. Давайте. Вот читатель по имени Владимир спрашивает, читаете ли вы 2013 год предвоенным, каковым его видят некоторые политологи, и некоторые другие читатели спрашивают о вас, случится ли в 2013 году политический перелом, ждать ли России обострения гражданского конфликта, можно ли предполагать, что либо власть, либо те, кто причисляют себя к протестному сообществу, возьмут все-таки верх и добьются каких-то ощутимых результатов. Что нам ждать от 2013 года? Вот это гениальный принцип Питерса достижения уровня некомпетентности. Способного работника повышают до тех пор, пока он не занимает должность, справляться с которой он уже не в состоянии. Таким образом, я благодарю со всех сил всех читателей, всех слушателей, всех задавших вопросы за огромное доверие и незаслуженное мною уважение, но на роль пророка я не потяну. Если бы я водил избранный народ по пустыне, ну, интересно, где бы сейчас жил этот народ, какова была бы его история. Таким образом, если бы я мог ответить на этот вопрос, вариантов было бы два. Первое, я был бы мультимиллиардером, второе, меня бы давно пристрелили, чтобы эта информация не распространялась. Разумеется, я этого не знаю, и этого не знает никто. Разумеется, этот год не предвоенный, а с кем мы будем воевать? Ну, гражданская война олигархов с народом. Олигархи будут сами воевать или за них кто? Если их охрана, то охрана при случае говорит, да мы же первые, их и придушим. Таким образом будет приблизительно то же самое болото, что есть, но поскольку система дегенерировала и начала принимать неадекватные решения себе же во вред, вроде истории с этими детьми, то все оно будет потихонечку крошиться. А как именно раскрошится? Вспомните 91-й год ГКЧП. Это непредсказуемо. Уронят ли цен на нефть, или упадет ли где-нибудь самолет, или начнется драка одних торговцев фруктами с другими торговцами овощами. Но то, что что-то в 2013 году будет, ощущение совершенно явственное. Вот в 2014, 2015, 2016 годах все в России знали, ох, что-то грядет. И Маяковский ошибся на один год. И всего совершенно верно. Но то, что государя-императора прижмут в его собственном вагоне между Могилевым и Петроградом, и то, что Ленин приедет из Швейцарии и устроит переворот, этого никто предсказать не мог. Вот и я не могу, но что-то будет. Николай из Калуги спрашивает, собственно говоря, о том, о чем вы уже отчасти сказали, но, собственно, об анализе обстановки в стране, то есть власти коррупция, демографическая политика власти, и спрашивает, в частности, о реформах в армии и на флоте, потому что, несмотря на то, что Сердюков убран, недавно президент говорил о том, что эти реформы будут продолжены. Давайте вот прямо об армейской реформе. Я начинаю ощущать себя кандидатом в президенты теневого правительства. Абсолютно. Эти вопросы к литературе имеют до крайности косвенное отношение. Что касается армейской реформы, ну, это наконец перестало быть остроумным. Но перестаньте вы задаваться этим глупым вопросом. Не происходит никакой реформы, не может быть никакой реформы, которая тянется 20 лет, и 20 лет спустя новый министр обороны говорит, что частям и подразделениям следует избавиться от излишнего имущества. То есть, оказывается, при Сердюкове еще не все продано, и надо продолжать продавать и приватизировать. Вот браво, четырехзвездный генерал-министр Шойгу еще. Нужно заменить портянки на носки.
Скажите, пожалуйста, а эти, мы будем носки-то надевать в ботинки или в сапоги? Если в бутсы, в берцы, то в них портянки никто не мотает. А если оставить сапоги, то в сапоге носок до чрезвычайности неудобен, потому что он сбивается, делается дырявым на пятке, натирает ногу, делается мокрым на подошве. А портянка правильно намотанная, намотать портянку гораздо легче, чем научиться пользоваться мобильным телефоном. Самые примитивные модели. Так вот, надо будет заниматься чем-то серьезным, а он решил побороться с портянками. Ну, молодец, да? Маршал Табуреткин, маршал Портянкин. Таким образом, армейская реформа представляет для себя непрекращающееся воровство денег через военный бюджет. Вот и все. До тех пор, пока у страны нет внятной политической программы, до тех пор, пока нет никакой военной доктрины, какую армию подо что можно делать. И все-таки вас воистину считают пророком. И даже многие прочат Михаила Веллера на пост президента. И здесь большое количество о том, не хотели бы вы, не потянули бы вы, не дерзнули бы, не повели бы. Ну, к этим вопросам мы еще поведем. А пока продолжу спрашивать вас как настоящего пророка. Да-да. А вот, глядя на сегодняшнюю Россию, спрашивает Мулухова Людмила, как вам кажется, есть ли в стране конструктивные силы для перемен? Есть ли те, с кем бы вы могли солидаризироваться или на кого возлагали бы надежды? Я не политик, я не живу никакой политической жизнью, я экономической-то жизнью не живу. Поэтому я предполагаю, что люди такие есть, но лично их не чересчур знаю. Вот если говорить об экономистах, то перед тем, как мы начали говорить на камеру, вы назвали Дмитриеву, Болдырева, Делягина. Я с глубоким почтением отношусь к этим людям. Мне совершенно понятны их взгляды, и я их разделяю. И мог бы назвать еще троих. Что же касается политиков, то пока не знаю. Ну, в течение многих лет политическое поле укатывалось асфальтовым катком, так что довольно странно спрашивать, вы посмотрите, здесь же не растет трава. Ну, потому и не растет, что хорошо укатано. А в принципе в России тяжело с политической жизнью. Возникает иногда такое ощущение, что у русского человека одна доля возможностей на ум и на нравственность. Поэтому во власти обычно безнравственные умные, то есть умные подлецы, а в народе, как правило, благородные дураки. И вот, а когда ты заменяешь одно на другое, то результат почему-то оказывается прежним. Я мог бы с радостью стать диктатором на 2 года, и думаю, что за 2 года можно было принести массу пользы. Но если в сложившуюся систему идти президентом, то тебя обкатают, вот как гальку на морском берегу, в течение месяца ничего не сделаешь. Игорь, Михаил, Виктор, я объединю их вопросы. Они спрашивают о вашем отношении к оппозиционному движению. Чем все это может закончиться? Чем можно объяснить, по мнению некоторых из читателей, провал и крах белоленточной оппозиции? Ваше отношение к ее лидерам, к Конституционному совету оппозиции? И в конечном итоге, что вы думаете о том марше, который прошел 13 января и, вопреки многим ожиданиям, оказался достаточно людным? Вы знаете, как есть точка зрения монархистов, что в 17 году народ не оправдал ожиданий своего государя, так у меня иногда возникает мысль, что оппозиция не оправдала моих надежд. Когда все это началось в декабре 2011 года, надежды были у многих, и у меня в том числе, и я составил прямо в декабре программу, а потом в апреле месяце эту программу под движение «Левого альянса», который организовывал Гудков-старший, еще несколько усовершенствовал. Извините, можно я вас перебью одним вопросом? Скажите, а вот за время всей этой зимней кампании прошлогодней вас приглашали выступить на Болотной? К вам обращались? Потому что мы наблюдали там Улицкую, Быкову. Мне кажется, что вас, с вашей, в общем-то, близкой народу программы, которую я, кстати, читал, как раз очень не хватало там. Вы знаете, во-первых, меня никто не приглашал. Во-вторых, по моему разумению, на такие мероприятия люди идут сами. В-третьих,
Я только вчера прочитал на сайте «Эхо Москвы», что одного журналиста из Томска в двухнедельный срок депортируют в Узбекистан, потому что он там что-то выступал против власти, его фамилия, не помню точно, похожа на Темряков, хотя как-то не так. И он де юре гражданин Узбекистана, и паспорт у него узбекский, хотя он этнически русский, его родная культура русская. Он уехал из Узбекистана около 20 лет назад, он 15 лет живет в Томске и работает. У него вид на жительство или разрешение на временное проживание, не помню, ему за участие в каких-то антиместновластных акциях сообщили, что его разрешение на жительство аннулировано, ему подобает двухнедельный срок убраться обратно в родной Узбекистан. А поскольку мы демократы-интернационалисты, его этническое происхождение, его русская культура, его фамилия никого не волнуют. Вот бумажка, и на ней написано. Это очень удобный способ, чтобы мне с моим проклятым натовским, эстонским, как это, европейским паспортом сообщить, что вот мне 2 недели, чтобы я пошел вон. Поэтому я с этим паспортом в этом плане сижу тихо. Это во-первых. Во-вторых, выйти на площадь можно, народ и вышел. И то, что вышел и правильно сделали, молодцы, все это очень хорошо и заслуживает только уважения, одобрения, поддержки. Вопрос, ну и что из этого вышло? Понимаете, главное, чего я не в состоянии понять. Вот, скажем, ну, многие либералы, демократы, как Виктор Шендерович, говорят, что ну, сейчас главное вот, ну, сменить вот эту власть, вот убрать вот это правительство во главе с Путиным и провести честные выборы, а дальше мы все соберемся и будем решать уже, как мы решим, так и сделаем. Вот вам всем. Надо же иметь минимальное количество мозгов. Вы осенью 91-го тоже думали, что сами сделаете. То есть сначала ты должен знать, что ты хочешь до конечного итога. Если ты ни одному человеку не можешь вдолбить, что надо делать, есть хорошая мудрость, правда, она не русская, по-моему, она американская. Никогда не начинай дело, конец которого не находится в твоих руках. Мы продолжим после маленькой паузы.